Всем привет и добрый день и хорошего субботнего настроения. Я сейчас нахожусь на улице Букурешт. Это у нас БСМП, знаменитая локация, где я часто проводил рейды. Как мы наблюдаем, здесь вот есть антипарковочные столбики. Как бы есть хорошие новости, но я хочу начать с хронологии всех событий. Что способствовало установлению здесь данных антипарковочных столбиков, что здесь происходило больше, чем на протяжении одного года. Так вот, видео я хочу делать специально именно для обожателей стопхамовцев МД и для этих оголделых недомужчин, Шамайский, там, Шазерленд, ну и Александр, там эти хайпажоры диванные, которые даже свои лица боятся показать. Много там лаят, гады всякую льют, а толку ни хрена с них нету. Как говорится, как с гуся яиц нету, так и вот и с них толку нету. Блин. Но не в этом суть дела. Недавно появился видеоматериал от Стазы. Это один из активистов и модераторов телеграм-канала Стопхам МД. По его словам, он чисто случайно увидел в интернет-ресурсах, что здесь на Бухаресте Щусева есть проблема. Чисто случайно. Они вообще не знали, что здесь происходит ужас на данном тротуаре. Что на вот, Бухаресте, где стоят антипарковочные столбики, ну и дальше по Щусева. То есть, ну, стопхамовцы вообще ничего не знали. Ну, несмотря на то, что они, по словам Стазы, ни хрена не знали, а чисто случайно узнали из интернета ресурсов, что здесь большая проблема. Так вот, Стазы, ты лично меня хайпожорил по поводу двух инцидентов с данной локации. И не только. В один день у меня было два рейда. Один у БСМП, другой у госуниверситета. И тут, и там лезли в драку, давили машины меня. Я был вынужден применить перцовый газ. Здесь меня давил травматолог БСМБ на своей машине, когда у него не получилось, полез в драку, получил по ушам, побежал за группой поддержки, группа поддержки полезла в драку, я применил перцовый газ. Ну и у госуниверситета то же самое произошло, тоже неадекватный там араб какой-то, арабской внешности гражданин со своими крашенными куклами, там сначала на оператора эти куклы напали, потом на меня лезли в драку, там, в общем, тоже применил перцовый газ. Так вот, Стазы, вы же меня хайпожорили и хейтерили, и грязью поливали у себя в телеграм-канале. Как ты, мудозвон, не знал, что происходит здесь проблема? А что, вам не писали подписчики вашего канала, что на ютубе, что в телеграме, что вам не писали, не приглашали вас сюда прийти, не озвучивали, что здесь просто жуть, что творится, невозможно ходить, всегда все забито машинами, а по Щусеву вообще люди идут по проезжей части, а там как раз поворот и очень такие, не видно, кто идет из-за машин, и могут сбить. И ты в видео озвучил, что ты этого не знал, но при этом ты лично выставлял видеоролики в том формате, как вам это выгодно, чтобы получился эффект, чтобы меня поливали грязью. И ты об этом, и ты при этом озвучил, что ты не знал, ты случайно узнал. Вот просто, ну, офигеть, как случайно ты узнал, что здесь проблема. Так вот, эти антипарковочные столбики начали устанавливать в начале года. Это последствия моих рейдов, последствия того, что полиция устала сюда ездить. Полиция обращалась в притуру, я тоже обращался в притуру. Я не пишу никогда заявления там и тому подобное и так далее. Я напрямую иду туда, куда мне надо, разговариваю лично с кем надо. Ну и решаются вопросы. Почему здесь произошел тормоз, то есть здесь по Букурешт? Начали устанавливать антипарковочные столбики. Дальше по Щусева забыли это сделать. И не проблема в том, что забыли, а проблема произошла в том, что у данного недотравматолога, который меня здесь давил машину, у него крыша, оказывается, в участке полиции от комиссариата Буйкан. То есть первый участок полиции, который находится у нас на 31 августа с другой стороны БСМП,
там первый участок. И начальник там Мазару, который именно прямо так именно отстаивал хамское поведение, парковку на тротуар. Он прямо говорил: слышь, Николай, ты чё? А если кому-то понадобится срочная операция, где врач, который приедет ночью, будет парковаться? А что, на территории БСМП нету места, где парковать машины? Есть, уйма мест есть, уйма. Ну, и на работников притуры было оказано давление, чтобы тот участок все-таки не огораживали от антипарковочных столбиков. И тому есть видео, аудиозаписи, когда я приходил в полицейский участок, когда мне из-за этого врача оформили штраф, якобы я ему преграждал движение. Будучи находясь на тротуаре, я ему преграждал движение машине. Мне, конечно, оформили штраф за эту фигню, я сужусь с этими вопросами сейчас, но не в этом суть дела. И вот лично сам Мазару именно так яряно на меня наезжал, аж повышал голос, что мне нечем заниматься. Это сотрудник полиции, начальник участка, который говорил: ты что, Николай, если ты попадешь в больницу, тебе понадобится срочная операция, врач приедет, он где припаркует машину? Ну уж точно он не должен ее парковать на тротуаре. Это всех касается. Есть проезжие части, есть территория БСМП, где врачи спокойно могут заезжать и парковать свои машины. Поэтому это были очередные отмазки. Но на притуру было оказано давление, не спорю. Да, но я все-таки даже продолжал сюда приходить, делать репортажи, вызывать полицию. Были конфликтные ситуации неоднократные. На ринг меня здесь вызывали по правилам ММА и, в общем, всякий тому бред. Ну, здесь тротуар огорожен. Благодарю всех тех, кто принимал участие в том, чтобы это все здесь произошло. Всех! Но, помимо этого, еще Стазы имел ошибку сказать, что они здесь на протяжении, как существует их интеллиграм, точнее, существует StopHam MD, а это уже 11-й год идет, как они существуют, они здесь ни разу не были. Это слова Стазы, то есть они здесь ни разу не появлялись, а StopHam MD существует уже 11 лет. Так вот, представляете, подписчики, им 11 лет, каждый год, каждый месяц обращались граждане с просьбой прийти и сделать здесь рейды, навести здесь порядок, потому что здесь жестяк, здесь еще более-менее можно было ходить. Но дальше на Щусева там вообще была просто жопа полная. Но при этом одни обещания, никаких действий, они так и не появлялись. Но в начале года каким-то чудным образом после инцидента моего с врачами здесь нарисовался Ваня Харя. Вот этот вот, постараюсь культурно выражаться, вот этот вот недоактивист, националюга, который любит кричать гречку мини-лимба-румына, этот лимба-дистатчик, который там пишет в комментариях гадости всякие мне там. Даже последние комментарии его были, что он при первой же встрече мне выбит зубы. И что характерно, я ему напомнил об этом. Ну так давай, когда же ты мне будешь выбивать зубы? И мне Харя написал: скажи, где ты будешь, я приеду. Я ему написал, что я буду здесь у БСМП с такого-то времени по такое-то. Ну Харя, как обычно, так и не появился. Вот этот вот мудозвон. Но у него именно конкретно подрывает его днище, там в телеграм-канале у них, под видео, где выставил Стазы, что здесь устанавливаются антипарковочные столбики, и именно благодаря ему, ну и непонятно еще кому-то там, непонятно кому еще эти антипарковочные столбики устанавливаются, но благодаря Стазы. То, что здесь их ни разу не было, это факт. За 11 лет они появились один раз, и то здесь не Саша был, не Юра был, не Стазы был, а был Харя и, кажись, Мадрига. Что-то поскулили они, тоже написали, они в притуру обращались, и толку не осталось никакого. После последних инцидентов начали ставить антипарковочные столбики. Так вот, Стазы, ты балаболка высокомерная, понимаешь, если ты себя мнишь богом активиста Молдовы, как ты мне писал ранее, что если начинать заниматься активизмом, то только через вас и никак не по-другому, потому что именно вы должны всех курировать. Но вы глубоко ошибаетесь. Вы обычная коммерческая организация, которая работает ради бабла. И только ради денег, и из-за денег занимаетесь всякой фигней.
Вы даже умудрились написать на меня жалобы в YouTube-канал по поводу видеоматериала, который я отснял, когда с вами у меня был разговор. Мол, я нарушил какие-то ваше там право на конфиденциальность непонятную. Что я там нарушил, я не знаю. Ну, как тому то, что вы меня выставляете у себя, я не пишу этих жалоб. А как я что-то, и это правда оказалось для вас неудобно, потому что Саша там очень себя в неудобном свете выставил, то это другой разговор. А Мадрига с этим недоминистром правды вообще свалили в сторону оттуда. Так вот, Стазы выставил видео. Чуть его перекрыто. Мне давно это обещали с притуры, что вопрос будет решен. Ну и сотрудники полиции тоже говорили, что ну, есть кое-какие подводные камни, которые надо обойти. И вопрос будет решен. И вот он решен. Вот. Хорошая новость. Теперь машины здесь не перекрывают тротуар. Все помнят видеоматериалы отсюда, что машины прямо впритык к забору подъезжали. И люди шли по проезжей части. Шли по проезжей части, потому что, ну, по-другому они идти не могли. Что очень-таки большая проблема. Ну, это вот аварийный заезд и выезд БСМП. Здесь поставили полусферы. И теперь можно ходить свободно. Да, конечно, я не отрицаю тот факт, что Стазы написал там заявление в притуру. Да, написал он. Так и раньше писали эти заявления. Но бывают подводные камни, которые не дают вовремя решить данный вопрос. Ну, вопрос закрылся, и одной локацией проблемной стало меньше. Теперь здесь могут люди ходить свободно, не опасаясь того, что когда будут идти они по проезжей части из-за здесь машин, которые стояли, их собьет кто-то. Теперь могут ходить свободно. Вот как мы это наблюдаем, да? Красиво, нормально. Еще бы не мешало бы отремонтировать тротуар здесь. Ну и, как я вижу, здесь еще не все антипарковочные столбики установлены. Вот видите, здесь тоже он должен быть установлен. Вот такие вот дела. Поэтому, Стазы, это не твоя личная заслуга, это общая заслуга. Я основной клад в это вложил. Мой проект, не ваш. Вы здесь появились один раз, чисто отметиться, и потом пропали. Хотя и Харри писали тоже, приходи туда, что вы. Раз появились и забылись. Или только появились для того, чтобы деньги отработать. Так что вот такие вот дела. Еще раз повторюсь, я претензии, я не имею ничего против StopHam МД и ихиных выходцев там. Обкуп, StopBet, Madrigo. Все нормально. Как бы они это ни делали ради денег, но они это делают. Другие вообще ничего не делают. Так вот, когда Стас выставил видео, как я и сказал ранее, у Хари подорвало жопу, конкретно подорвало задницу. Он там прямо аж дристал блевотиной. Дело в том, что кто не знает, из моих подписчиков, которые не подписаны на StopHam, Стазы выставил видео в телеграм-канале. Они видео такие, которые будут иметь двойной эффект, никогда не выставляют в Ютубе и никогда их не выставят. Они выставляют только в телеграм-канале. Поэтому, кто хочет посмотреть, что там, что Стазы озвучил и какие комментарии были там написаны, пожалуйста, заходите к ним. Телеграм-канал StopHam Moldova. Ну и видео по поводу БСМП, оно из предпоследних видеоматериалов, которое вышло. Кажется, вчера или позавчера это видео появилось. Но не в этом суть дела. Так вот, многие люди писали одобрительно в мою поддержку моего проекта по поводу данной локации. Так вот, те, кто меня поддерживали и писали одобрительно и говорили, что это заслуга основная Николая, но никак не твоя, либо вашего канала, а именно Николая, то у Хари подрывало задницу и кипел мозг, и он под каждым этим комментарием выставлял смайлик с фотошопом моим лицом. Какая-то там конская улыбка непонятная, блин. Я не знаю, у меня такой улыбки никогда сроду не было, блин. Вот такие вот дела. Ну и сам Харри мне на Ютубе тоже писал, что я клоун. Им Харри ответили, что это ты клоун, а человек делает дело, блин, по отношению у вас. В общем, вот такая вот ситуация.
Пишите, что вы думаете, чьи заслуги основные здесь были. Еще раз говорю, я не гоняюсь за славой, за орденами, за патреонами, за всей этой хренью. Я просто освещаю проблемы города. Как я это делаю? Красиво, некрасиво, там... Каждый имеет свое мировоззрение, каждый имеет право высказать свое мнение. Но всякая вот эта вот погонь, типа Шамайской, Александры, Шазерленши, это вот не до мужики, у которых нету мужского достоинства вообще, ведут себя как конченые базарные бабки. Либо эти девочки легкого поведения со скоростной, блин. Потому что если мужик уважает себя и ведет себя как мужик, он имеет что сказать, он придет, скажет человеку в лицо. Тем более я ни от кого не прячусь. Я всегда говорил, где я работаю, где я живу, где я могу быть. Пожалуйста, я ж не против с вами встретиться, пообщаться. И тебе, Харя, мудозвон, националисты с промытыми мозгами, есть желание со мной встретиться, выбить мне зубы, я всегда готов херата этой встречи буду. Ну, у тебя духу не хватит, как и у твоего стазы друга, как и у всех остальных, как мне там писал Мадриго, ты чё, я, если что, я тебе прямо в лицо там выскажусь и все тому подобное и так далее. Когда я с ними встретился в начале года у цирка, так он вместе с этим недоминистром правды свалили прямо в другой конец тротуара, подальше от меня, чтобы не зацепил я их словесно. И пришлось мне разговаривать только с Сашей, с Харей, ну и с Андрианом. И что я еще хочу сказать отдельное спасибо, это Андриану. Стазы, может быть, и не знает, но у Андриана появился видеоматериал как раз так же по эту локацию. Андриан был с другой стороны тротуара. И озвучил именно конкретно, что вот благодаря действиям Николая здесь все это произошло. Но я еще раз повторюсь, это не... Именно моя личная заслуга. Это заслуга всех тех, кто принимал участие здесь в рейдах. Димона, Стаса, Николая. Всех тех, кто принимали участие, это всех их заслуга. Все тех, кто писали одобрительные комментарии, кто помогал нам и передавал информацию в притуру, в полицию по поводу данного бардака. Это всеобщая заслуга, но никак не личная стазы и вашего проекта. То, что ты там написал, что еще кого-то, непонятно кого, это одно. А факт остается фактом. Вы хапуги, которые, блин, хайпажорите и ловите популярность за счет других людей. Чего же вы раньше здесь не появлялись, когда к вам обращались люди? А тут бах, когда учуяли, что все, вопрос будет решен, тут вдруг и мы нарисовались. В общем, пишите комментарии по данной локации, что вы думаете. Буду рад всем комментариям. Но сразу хочу предупредить всех этих хейтеров и мудозвонов, которые будут писать там всякую погонь, гадость, оскорбления там и лепить мне за лимба румыны, я их сразу буду блокировать. Просто буду блокировать. Потому что, ну, вы мне не интересны. В общем, всем пока и до новых встреч. А я двигаюсь на другую локацию.